вообще настолько... Причем, вы знаете, она сама пришла, приползла ночью, да? А вот днем вот обнаружили. Я вышла, она лежит, что-то тут кровь потекла. Пошла. Ну, смотрите, это нормально, прям сильно. Так и будет. Конечно, перелом в области головы. Похоже, что нижняя челюсть. В идеале надо делать компьютерную томографию, потому что проблема есть здесь. Ну, она ничего не ест, да? Я обрабатывала хлоргексидином. У нее сегодня утром намного больше была опухоль. Я обрабатывала, вышел гной. Вышел вот так. Очень много сукровицы, очень много гноя. Это хорошо. Прям полотенце было все мокрое. Ну, это салфетка. Ну, вон у нее сейчас. И вот оно, я там еще оно... тоже подавил вначале. Поэтому... Да, оно все сочится. И вот. Вот и здесь у нее даже есть незначительный отек снизу. Чуть-чуть совсем. Не критично. Тут уши. Ну, а дальше там как бы не особо что-то. Это наш щеночек. Мила. Вот она. Поставили дренаж, это все обрабатывается, промывается, постоянно есть отделяемое незначительно, то есть не так страшно. Она очень трусливый щеночек, как и до этого, который сидели двое. Боится все время, ест хорошо, висит на пеленочку, ну, как заметили, вся клеточка, естественно, это все течет у нас. Такая у нас клетка. У него там девчонки, когда нашли, говорят, у него прям гной там тек. Ну да, да, есть отделяемое такое. Нехорошее. Девочка, что у тебя так? Мила. Милочка. Вот она такая девочка. А, тебя прооперировали немножечко, почистили. Мы пеленочки привезли. Да, сейчас, буду менять, да, сейчас тебе поменяют. Все чистенько. Вот так у меня все. Думаю, я девочка. Мила. Милочка. Еще стежку, да, принести? Стежку еще. Да. Сфотографируем. Так, это у нас рентген щенка Мила. Вот здесь вот перелом, вот видно. И там вот эта часть раздроблена, да, судя по всему? Да, там осколки. Всегда. Тут, конечно, пахнет и гноем. Вот. Сильно все гниет здесь у собачки. Не могу никак снять. Вот вам показать дренажик. Вот такая девочка. Сейчас тебе пеленочку поменяют. Все тебе сейчас поменяют. Ты покушаешь, девочка. Все, ладно, до свидания. Все, поправляйся. Это Мила наша. Это наш Васька. Это наш счастливчик. И еще у нас здесь Теша. Есть ягненок. Ягненок можно, в принципе. Так, это мы сегодня погасили долги. Вот, долги мы сегодня погасили 50 тысяч. Вот вообще долг был 171, а сейчас он 120 у нас. Вот так. Все наши чеки. Вот, спасибо огромное всем, кто помогает.